праздничный день первыми вас спешат поздравить глава Кисловско-Сельской администрации Александр Владимирович Рогожников. Дорогие наши гости, рады вас приветствовать здесь. Ну и, конечно же, мы все рады, что наш ансамбль, который состоялся в Кисловском клубе и существует, не существует, а радует творчеством нас 25 лет. Нашему району 13 января будет 50 лет, а ансамблю 25. Это дата. Поэтому мы очень рады видеть гостей, рады, что у нас есть такой ансамбль, который поддерживает традиции удмуртские песни. И часто проходили и будут проходить, я думаю, наша площадка ДК фестивалей удмуртской песни и другой направленности. И ансамбль, думаю, будет у нас еще много-много лет. И 50-летний юбилей встретим на этой сцене. Согласны? Творческих успехов вам! И всего самого лучшего, самое главное здоровья и всего-всего. И сейчас небольшие подарочки. Благодарственное письмо вручается Доскаевой Ирине Витальевне, участнице ансамбля удмуртской песни «Талмаз», за движение удмуртской культуры на территории Кисловской сельской администрации в связи с 25-летием ансамбля «Талмаз». Благодарственное письмо вручается Лицовой Зое Витальевне, участнице ансамбля удмуртской песни «Талмаз», за продвижение удмуртской культуры на территории Кисловской сельской администрации в связи с 25-летием ансамбля. Благодарственное письмо вручается Карипановой Надежде Трофимовне, участнице ансамбля удмуртской песни «Талмаз», за продвижение удмуртской культуры на территории Кисловской сельской администрации в связи с 25-летием ансамбля «Талмаз». Благодарственное письмо вручается переводчику Татьяне Варламовне, участнице ансамбля удмуртской песни «Талмаз», за продвижение удмуртской культуры на территории Кисловской сельской администрации в связи с 25-летием ансамбля «Талмаз». Дальнейших творческих успехов вам и надеемся, что вы нас дальше будете радовать своим творчеством. Спасибо. Ну а мы с вами бурными аплодисментами встречаем первую песню от нашего дорогого ансамбля «Талмаз». Мы начинали вот с песни «Шуделы тысяретте». Первый раз поехали в Каменскую металлу. Да? Эту песню пели. Шуделы тысяретте, ебикалы кёс. Кыртелы ты шулдерте, чевера поёс. Шуда, шумдер да урми, зарни чевер дыр ёсми. Шуда, шумдер да урми, зарни чевер дыр ёсми. Шуды сабер дырмен за чарти улыны. Нож солнечно тарти укуже куцкыны. Шуда, шумдер да урми, зарни чевер дыр ёсми.
была исполнена сейчас эта песня. Эта песня – одна из самых первых из репертуара ансамбля. И именно эта песня принесла ансамблю первый успех. До сих пор сердца наполнены любовью и нежностью к этой песне. Ансамбль является постоянным участником всех сельских, а также многих районных, областных и даже всероссийских фестивалей, конкурсов и мероприятий. Главная цель коллектива – возрождение народных традиций, сохранение творческого наследия и самобытности удмуртского народного искусства. За 25 лет коллектив добился больших успехов. Самый рост развития коллектива пришелся на последние 13 лет. Начиная с 2006 года. Я рожком увидел ты, с малпачком увидел ты, и дичком.
94 году мы первый раз поехали не чисто на удмуртскую культуру, а вот играя Геркуль, но вместе с нами были эти девочки. А вот в 97-м или 98-м, точно не помню, был первый национальный праздник в поселке Мартюш. И вот туда мы поехали чисто, уже как удмуртами, в том числе и я. То есть я вместе с ними, помню, пела на удмуртском языке песни. Сейчас, конечно, я не помню ни одного слова из этой песни. Но после у нас, когда я ушла, маленько, как сказать, утихло это. Но благодаря Ольге Оттомне в 2006 году мы поехали на первый фестиваль народов Урала в ДК «Металлург». И вот там мы уже представляли, я немка по национальности, мы представляли немецкую культуру и удмуртскую культуру. И я рада очень их сегодня поздравить. И рада, что они сохранили, самое главное, обычаи можно сохранить, традиции можно сохранить. Но самое главное, если сохранили язык, вот это действительно культура. Я их от души поздравляю. Желаю всем здравия. И еще желаю, чтобы они могли передать хоть частичку этой культуры своим детям, своим внукам. Спасибо. Спасибо. Мне хочется сказать, вот мы первый раз, когда в Мартюш приехали, так было, в общем, мы там заревели все, заплакали, в общем, четверо. Мы запели, что делает Ищерек-то, и весь зал запел. Мы не ожидали, что там удмурты сидят. И они настряпали, как стол, вот пирог такой, картофельный, что ли, будет хуже, не знаю. Ну так это было неожиданно, и вот это нам запомнилось на всю жизнь, что вот так нас встречали, оказывается, и в Мартюше там удмурты живут, и очень... Такие люди добрые, гостеприимные. Ну, спасибо им за это. Спасибо. К поздравлениям присоединяются гости нашего праздника ансамбль «Вуююсь» из поселка. Thank you.
Thank you.
Я рада. Ой, нюлес, кизо, нюлес, я собож, я лизалес, но шмалий бергундиря, гомлий лесом ознилес. Я рато, моя рато, я мазгун, я шумбон, но шмалий бергундиря, гомлий лесом курекон. Здравствуйте всем! Наша встреча с ансамблем «Италмаз». Ну, скажем, даже вроде бы тогда они не назывались «Италмазом», Зоя. Ну, то выйди, господа, скажи. Мы когда встретились, мы «Италмазом» ведь не были еще. «Италмаз» были мы сразу. Были, да? Да. Я помню, что ты говорила мне, а как вас называть-то? Вот я встретил, когда в межнациональной библиотеке, там еще мы в металлурге выступали, там тоже. Я спросил, как будет называться, будет «Италмаз». Ну, ладно, все тогда, «Италмаз», так «Италмаз». Значит, у нас еще, думаю, в Свердловской области «Италмаза» еще не было. Будет у нас свой «Италмаз» на Свердловской земле. И с тех времен, скажем, прошло 12 лет, мы прошли с «Италмазом» хороший, светлый путь по удмуртской культуре. Побывали на праздниках Гербер в Удмуртии. Да? Мы были, я вас возил несколько раз на проект, мы такой делали, Бускель-Кумичкон, вы у меня съездили. И проект «Бускель-Кумичкон» как бы сам себя подразумевает такое, что съездил сам, позови в гости их обратно. И мы также сюда, в Кисловское, приглашали, спасибо большое ДК, администрации села, что мы смогли провести второй праздник окончания сева Гербер в вашем селе, ну, провели два раза. Помню, что в 2011, а в каком году еще было? 2013. Ой, Георгий, не вспоминай, не знаю. Ну, большое вам спасибо за то, что мы помогли удмуртской культуре, администрации и работникам ДК, что отнеслись к нашим удмуртам очень тепло, понятливо. И в этот юбилей хочется пожелать им долгого еще пути, чтобы бегали еще с нами
попели песни, потанцевали, может еще и съездим в Удмуртию еще, покажем себя и пригласим гостей еще к вам сюда. Что еще? Многих, конечно, сейчас вот здесь нету уже, кто начинал с нами общий путь, так как бы, да. Ну, будем надеяться, что они с нами, никто с нами не расстался, как бы разговариваем по телефону, общаемся по интернету. Ну, будем надеяться на лучшее. Это вам спасибо. Благодаря вам мы в люди-то вышли почти что благодаря вам. Так-то мы. Куда мы бы пошли? Ну, было дело, да. Мы начали вот. Один раз мы, первый раз, когда мы костюмы шили. Он говорит, у вас костюмы не подходят удмуртскому. Еще мы не знали, как надо шить-то было. Да, было дело. Потом заказывали в Удмуртии костюмы. Поздравляю вас. Давайте всем идеям. Удачи вам. Возрастов сплотил в один творческий коллектив «Любовь к народной песне». Не верьте тому, кто скажет, что петь в ансамбле – это просто отдых, развлечение или приятное времяпрепровождение. Это большой, кропотливый труд, когда надо успевать и на работе, и дома, и на репетицию ходить. Поэтому хочется сказать вам всем огромное спасибо за ваш вклад в развитие национальной культуры ансамбль удмуртской песни и тормоз. 25 лет – это немалый промежуток времени. А помните, как все начиналось? Если что-то подзабыли, давайте посмотрим фильм. Субтитры сделал DimaTorzok.
Девочка красивая, да, душа у них только 25 лет. Ну, сами старенькие, но да, душа 25 лет. Что делать? Спасибо. Песенка побогарай, да. Спасибо им за то, что, так сказать, вот 25 лет все поют, танцуют, нас веселят, нашу культуру как бы соблюдают, не забывают. Все это не так просто. Это все-таки от них все зависит. Не то, что там кто руководитель, от самой ансамбль зависит. Как и если ансамбль развалится, то что руководитель ничего не сделает. Поэтому надо всегда ансамбль должен быть, сам друг друга должен уважать. Поэтому вам желаю вам счастья, здоровья, долгих лет жизни. Тазалык, шукур, кучгэмэр. Ансамбль. Сос ветрина дязем лестимазло,
Мы с Осин Пумитачким в 2009 году. Кыкшурт Укмысет Ярин. Сотыр еще мы с Осин Млюкачкалей. Милян Лачак еще с мы, Удмуртьёс, Татын Пук еще с изно. Кудиз Лыктына сбегате, кудиз Алигине вуизы. Дечка Лачком, миляним созветло, бегато, семья зезно, кушто, куке вылды гуртынно, ужно, вымарно, все равно пото калык пады. Ач милям ды угвуне то, и калыкец фулдыр ято, фулдыр калык пады, ну ныны медбегато зы эшо, кемана и талмас ансамбль. Мон соин дечка Лачко. Ваш юбилейный день рождения. Отметить рады мы сейчас. Мы всех друзей собрали вместе. Они спешат поздравить вас. Поздравить ансамбль с 25-летием приехал творческий коллектив из села Сосновска. Ансамбль «Тюрагай». Это много? Мало. В этой жизни проложенный путь. Не всегда были розы на дороге, но с нее никуда не сходить. Было трудно, но вы не сдавались. Было больно, не выкали вы. И всегда мы с тобой оставались, и порой не сбывались мечты. Быть такими же мы вам желаем. Мы привыкли видеть вас энергичными, душевными, симпатичными. Своим годам не сдавайтесь. С юбилеем мы вас поздравляем. Много лет, здоровья и радостных дней вам желаем. Счастливых дней. От души мы всего хорошего. И дальнейшего спектакля мы вместе выступаем. Больше выступали. Мы еще молодые, ну так. Ветовали горы.
Подмурски. Не поняла. Ни одно слово почему поняла.
доме. И пусть на нашей сцене всегда будет много артистов. И пусть наш дом культуры всегда будет полон народу. Поздравить в Талмас и подарить свои душевные песни к нам приехали соседи. Ансамбль девчушки-хохотушки из деревни Соколова. Thank you.
подарки, за все спасибо. Всем вам здоровья и спасибо, что вы приехали. Мы вам обещаем, мы вам обещаем быстро не стареть. Дорогие гости, желанные и односельчане, в этом зале вы сегодня желанные гости. Спасибо вам за это. И на сцене мы еще долго будем петь. Спасибо всем. Сейчас еще мы споем вам песню «Снова бы я вернула свое детство». Нас так просто не выгоните. Все же с вас началось-то. Вы виноваты, отвечайте за это.